18 мая прошел Международный день музеев, но праздничные мероприятия по-прежнему продолжаются. Цель организованного парада – отдать дань уважения сотрудникам музея. В параде приняли участие 7 районов области. На специальном мероприятии проанализированы и оценены работы сотрудников музея за предыдущий год. Особо отличившиеся получили свои награды. Работники музея – это, наверное, люди, которые прежде всего связывают деятельность не только собирательской фондовой работы. Это люди и артисты, и театралы, и певцы, и археологи. В общем, 3-5 в одном должны быть. Культура. Это можно сравнить с цветком, который нужно поливать, наверное, финансово. Так что хочу, чтобы стабильность была, чтобы музеи пополнялись фондами, чтобы были новые проекты, новые идеи, всем вдохновение, неиссякаемой энергии. Определены лучшие в 10 номинациях. В числе сильнейших названы сотрудники музеев Ерементауского, Бурабайского и Атбасарского районов. Я представляю Атбасарский район. Научный сотрудник из литературного музея Ильяса Есенберлина. Сегодня мы привезли выставку Атбасара Атамекена. И в ходе нашей выставки можно будет ознакомиться с экспонатами, которые находятся в нашем историко-краеведческом музее, музее Мариновского историко-краеведческого музея, также экспонаты из литературного музея Ильяса Есенберлина. Можно будет увидеть его личные вещи, то, что принадлежало писателю при жизни. В ходе праздничного мероприятия сотрудники музея награждены благодарственными письмами и денежными призами. Торжество продолжится юбилейной акцией «Ночь в музее 2023». Василий Павлиди, Резагуль Шаменова, Павел Соловьев, Кокщиакпарат.